идем. Супер-маневр! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Здорово! Почему никогда нельзя приставать к голодной черепахе? Ты имел в виду к злой? Нет уж, я действительно голоден. Ух ты! Ты действительно голоден! Что за очаровательное создание! Держу пари! Эти ребята стоят неплохих денег, если знать, кому продать их. Это я или эта ночь становится все страннее? Ух, дружище, это я или он выглядит сумасшедшим? Одна толстая черепаха на подходе. Иди же сюда, ты, большой пушистый монстр, давай! Должен быть способ использовать его гнев против него самого. Если мы заманим его под балку, то сумеем вырубить его. Откуда это? Движение. Да. Я думаю, я могу помочь. Сила бог, чистая сила. Знаешь, два панциря всегда лучше, чем один. Вот так. Работаем. Продолжаем, ребята. Эй, урод ржавый! Отдай, это я тебе! Отлично! Круто! Отлично, ребята! Вот как это! В духе черепах! Да, и мы умудрились даже не разрушить здание! Приехала полиция. Еще мы значительно повредили стройплощадку, и теперь оставаться здесь рискованно. И тут я заметил странный черный грузовик. Я сказал, что мы должны вновь обратиться к вам за советом, учитель. Но Рафу это не показалось хорошей идеей, и он ушел один. Поиск знания — это не слабость, Леонардо. Это сила, которая демонстрирует желание самосовершенствования.
Ты-то должен был знать это, Рафаэль. Да, теперь я это знаю. Но тогда я ничего не слушал. Что? Изменился? Итак, сразу после этого я вернулся на крышу, чтобы проверить, где монстр, и... Ого, ты беспокоился о монстре? Нет, тупица. Я собирался посмотреть, как полиция справилась с ним. Но когда я туда поднялся, его не было. Я услышал странный звук в переулке, и когда я добрался туда, то увидел Фута, садившегося в черный грузовик. Так что я решил следовать за ним. Я должен был спешить, чтобы не упустить грузовик из виду. Отлично! В то же время мне приходилось быть осторожным, чтобы не сломать себе что-нибудь. По крайней мере, я мог не волноваться, что меня заметят. Знаете, Фута не смотрит в зеркала заднего вида. Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Упс! Кажется, я ошибался по этому поводу. Вот и Джонни! Отлично! Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Вот и Джонни! Отлично! Ситуация стала накаляться. Отлично! Вот и Джонни! Бу-ха-ха, бру-ча-ча! Вот и Джонни! Отлично! Отлично! Надеюсь, ты показал им, чего стоишь. Сенсей? Они грабили магазины дружбы. Бу-ха-ха,
Ха-ха, бру-ча-ча! Ха-ха, бру-ча-ча! Ха-ха, бру-ча-ча! Отлично!